Вести Дагестан. Доброе утро. Сегодня среда, 23 мая, в студии Бедерниса Гусейнова. В Москве завершилась Всероссийская партийная конференция «Направление 2026», в рамках которой представители «Единая Россия» обсудили решение задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным, а также вопросы обновления партии. Комментируя итоги конференции в беседе с журналистами, исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев подчеркнул: «Конференция прошла продуктивно и помогла расставить приоритеты, обсудить новые направления в работе и наметить вектор развития. Велась активная дискуссия на всех площадках, все темы были крайне актуальными. Это и качество жизни, приоритет развития, экономика роста, обновление партии. Было отмечено, что партия должна обеспечить выполнение поставленных президентом задач в послании и майском указе. Нам предстоит снизить порог бедности населения минимум в 2 раза, что необходимо обеспечить повышением уровня занятости. Поставлены задачи выравнивания уровня жизни вне зависимости от обеспеченности региона, что крайне важно для Дагестана. Увеличение продолжительности жизни до 80 и более лет невозможно без улучшения качества здравоохранения, социальных услуг и экологии. Оценка этой работы должны стать реальные изменения жизни. Все эти задачи будут решаться, в том числе и работой с кадрами. У нас в Дагестане ведется работа по формированию резерва управленческих кадров. Я уверен, что без этой молодежи не будет энергичного движения на результат. Партия будет продолжать внутрипартийное наставничество. Избиратели должны давать оценку работы депутатов всех уровней. Партия будет привлекать лучших представителей нашего общества к решению важнейших задач. Одним из примеров этой работы можно назвать проект по городской среде, где нужно обеспечить как контроль за качеством работ и финансовых средств, так и получить положительную оценку этой работы от простых жителей. Убежден, что применение лучших региональных практик в совместной работе на результат, оцениваемое жителями конкретного двора, конкретного поселка, поможет реализовать задачи, которые поставил перед нами глава государства и граждане нашей страны. Уже на следующей неделе выпускники школ приступят к сдаче единого госэкзамена. К нему готовятся ребята, учителя и организаторы. Вместе со школьниками эмоционально настраиваются и родители. О своих переживаниях они рассказали на Республиканском родительском собрании Министерства образования и науки региона, в котором приняли участие и выступили министр образования Умапазиль Омарова и первый заместитель Ширали Алиев. Детали и наболевшие вопросы предстоящих испытаний записали. Писала Патимат Ахмедилова. Единый госэкзамен обязателен к проведению с 2009 года. С каждым разом организаторы стараются улучшить качество его проведения, а выпускники набраться побольше знаний и показать свой лучший результат. В погоне за ним родители нанимают репетиторов, в школах расширяют базу. Но нельзя забывать и об эмоциональной составляющей. Психологический настрой школьников имеет большое значение. Поддержать своих детей призвала и министр образования Умапазиль Омарова. Нам надо работать сначала с родителями, а родители со своими детьми. Потом психологи с выпускниками. Им действительно очень сложно. Сложный период. ЕГЭ. Непростая абсолютно вещь. И уже сколько лет, и все равно ребята волнуются, они знают, что с этим связано их поступление в вузы. В этом году сдавать ЕГЭ будут более 12 тысяч выпускников. Нововведений касательно детей нет, отметил замминистра образования и науки Ширали Алиев, но есть относительно организации экзамена. Всего в республике будет 68 пунктов проведения экзаменов. Единые пороговые баллы для поступления в вузы уже третий год не изменяются, но при этом аттестат об окончании школы можно получить и при меньших баллах. Для того, чтобы получить аттестат по русскому языку, достаточно получить 24 балла. Тогда как для того, чтобы подать документы в ВУЗ, иметь такое право, нужно получить по русскому языку не менее 36 баллов для участия в конкурсе. При этом организаторы отмечают, что с каждым годом уровень знаний у выпускников повышается. Стараются школьники, учителя и их родители. Все понимают, чем лучше показатели на экзамене, тем больше возможностей у ученика в выборе вуза, а может и профессии. На собрании прозвучало много вопросов от родителей.
родителей касательно образования в целом, проведения экзамена, состава апелляционной комиссии и многом другом. Организаторы ответили на каждый и при необходимости предложили обращаться на горячую линию Министерства образования. Сегодня в Доме дружбы прошла встреча с авторами 40 лучших работ, заявленных на участие во втором этапе «У дружбы нет границ» Дагестанской молодежно-патриотической платформы «Мой Дагестан». Мероприятие направлено на укрепление гражданского и духовного единства, воспитание патриотизма, сохранение духовных и культурных традиций среди подрастающего поколения. Несколько соглашений планирует подписать Дагестан в рамках Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 24 по 26 мая. Мероприятия этого года будут проходить под девизом «Создавая экономику доверия». Ожидается, что в форуме примут участие около 15 тысяч гостей из более чем 140 стран мира. Заведующему кафедрой пропедевтики внутренних болезней Дагосмедуниверситета Ибрагиму Шамову присуждена высшая награда Минздрава России – медаль за заслуги перед отечественным здравоохранением. Ибрагим Ахмедханович – автор более 300 научных работ, в том числе 50 книг, 16 научных монографий, 11 педагогических и 7 художественной прозы. В числе книг биоэтического и педагогического плана учебники изданы в Москве для всех медицинских вузов страны. В 2000 году Шамов был избран членом Международного центра здоровья, права и этики Израиль-Хайфа. В 2005 году экспертом ЮНЕСКО по биотике и включен в состав Глобального наблюдательного совета ЮНЕСКО по биотике. Является действительным членом ряда общественных академий Международной, Нью-Йоркской и Петровской. Дагестанское радио. Понятно каждому. С 25 по 28 мая в Кировском и Ленинском районах Махачкалы из-за плановых ремонтных работ будут введены ограничения в подаче газа. Перебои связаны с проведением плановых работ на газопроводах высокого давления с целью предотвращения возможной аварийной ситуации. Компания «Газпром газораспределение Махачкала» просит абонентов на время проведения ремонтных работ закрыть краны на газовых приборах и перед ними. 24 мая в Дербентском музее-заповеднике пройдет очередное занятие в рамках образовательной программы «Музейный четверг». Тема семинара, приуроченного к Международному дню невинных детей, жертв агрессии, дети военной поры. Новости культуры. В Кумтаркалинском районе прошел 10-й республиканский фестиваль детского творчества «Энимжая», который собрал лучшие коллективы из 8 районов и 3 городов Дагестана. Конкурс стал своеобразным культурным брендом района. Фестиваль сегодня не только площадка для развития детского творчества, он вносит свой вклад в укрепление межнациональной дружбы и добрососедских отношений. Юные таланты продемонстрировали национальные костюмы, станцевали, спели песни на разных языках. В завершении фестиваля всем участникам вручили дипломы Минкультуры и памятные сувениры от администрации района, отметила начальник районного управления культуры Мадина Канаматова. На этой сцене сегодня расширяются границы дружбы через танцы, через песни, и где прививается любовь к нашим детям, патриотизм и, конечно же, объединяет наш Дагестан. Завтра в 18:30 вечер проекта «Встречи в театре поэзии» пройдет с участием заслуженного работника культуры Дагестана, журналиста Светланы Кривоносовой. Выпускница филфака ДГУ, известный журналист, с 1968 года работает в газете «Дагестанская правда». Героиня вечера расскажет зрителям о своей жизни, поделится интересными фактами биографии. Радио России, Дагестан. Погода. По сообщению Дагидрометцентра, сегодня по районам республики ожидается в горных районах местами кратковременный дождь, гроза, ветер восточный, юго-восточный 6-11, местами 13-18, в горных районах переменной 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 28-33 градуса, по приморским районам 22-27, в горах 18-23, местами до плюс 28. В Махачкале ожидается без осадков, ветер юго-восточный 12-17 метров в секунду. Температура воздуха 25-27 тепла, вода в море 20 градусов. Это был информационный выпуск «Вести Дагестан». Вела выпуск Бедерниси Гусейнова, редактор Шарипат Шульгина, звукорежиссер Муминат Алиева. О событиях дня 18:10, а мы прощаемся и желаем удачного рабочего дня
и хороших новостей. В эфире «Радио России. Дагестан».